Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля позволил быстро создать в системе МВД следственный аппарат, способный профессионально расследовать преступления. Его первые сотрудники заложили прочный фундамент становления органов предварительного следствия МВД и оставили о себе добрую память. Сегодня их дело продолжают настоящие профессионалы, образованные и высоко мотивированные. Все сотрудники следственного управления имеют высшее юридическое образование. Большинство из них окончили профильные вузы. По системе МВД это в том числе Москва и Московская область. Филиал в РУЗе, который располагается у нас в высшей школе полиции в настоящий момент. Большинство сотрудников следственного управления межмуниципального управления МВД России Одинцовская имеют многолетний опыт расследования преступлений. Всего в управлении задействовано 69 сотрудников, порядка 70% личного состава женщины, каждый из которых с честью и высокой эффективностью выполняет свою непростую работу. Женщинам, конечно, тяжелее, потому что они еще, помимо того, что сотрудники, в первую очередь и матери, у многих из них по двое, а то и даже есть сотрудники у нас, у которых по трое детей. Поэтому им приходится, не считаясь с личным временем, со своим, как-то совмещать и дела семейные, и дела профессиональные. И у них это очень хорошо получается. В кабинете полковника Федянина установлен турник. Следователь признается, работа занимает большую часть дня, и ехать заниматься в спортзал просто-напросто некогда. Однако сегодня полицейский в России должен держать себя в форме. Общественность пристально наблюдает за людьми в погонах. И одинцовские следователи этот взгляд выдерживают. За прошлый год производством окончено более 3500 уголовных дел. Свыше 700 из них направлены в суд с обвинительным заключением. К уголовной ответственности привлечены более 800 преступников. Эти цифры наглядно доказывают, одинцовские следователи всегда на посту. В этот профессиональный день хотел бы пожелать всем сотрудникам следственного управления и вообще всем нашим коллегам, носящим форму следователя, профессионального долголетия, крепости духа и успехов в нашем нелегком труде.